Итак, дамы и господа, в прошлый раз мы с вами занимались программированием в бестиповом лямбда исчисления, а сейчас мы хотим разобраться, каким же образом можно приписать термом типы и что все это значит. Ну, прежде всего, я хотел бы сделать небольшое замечание, касающееся нашего определения бета-редукции – ну вот, мы определяли бета-редукцию как некое отношение на термах, а в частности даже на комбинаторах. У нас было отношение бета, для которого потом брались совместимые замыкания, рефлексивные транзитивные замыкания, рефлексивные транзитивные симметричные замыкания. А само отношение было таким вот. Мы брали такие термы вида, лямбда x, m применить к n. Вот мы говорили, что такой терм он находится в отношении бета. С каким? К чему он редуцируется? Кто помнит? С m, в котором x на n заменяют. Да. Но при этом здесь есть один неприятный технический вопрос, который мы обошли, но немножко слишком жестко. Вот то, что было у нас, мы требовали, чтобы. Вот это вот был комбинатор, чтобы здесь не было вообще свободных переменных вот в таком вот терме. Вот. Ну, это, конечно, немножко жестковато и практически не очень удобно. На самом деле, ведь чего мы хотим с вами избежать? Мы хотим избежать, если вы помните всю эту ситуацию, некорректных подстановок. Вот. Представьте, что у нас есть терм лямбда х, у, х. Вот если мы сюда подставим y, то что получится? Вот если сюда, вот здесь вот, это вот к чему редуцируется, если не обращать внимания ни на что? Ну, просто у, у, лямбда у. Лямбда у, у. Вместо х подставляется у, правильно? Да, 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 да. А если я возьму другую букву Z. Что получится? Тогда лямбда zY, Z. Лямбда y. А, да. Z. Да, да. Обратите внимание, что вот эти термы они весьма и весьма разные. Они структурно. Структурно не являются одинаковыми, хотя разница только в имени подставляемого терма. То есть, смотрите, вот это вот что такое, а это, ну, неформально говоря, такая функция, которая возвращает свой аргумент, правильно? Да, тождественное просто. Просто тождественная. А вот это вот у нас функция, которая возвращает фиксированный терм z. То есть, ну, на самом деле, например, можно заметить, что эти штуки, они к одному и тому же редуцироваться не могут. Дело в том, что вот это вот у нас нормальные формы, правильно? И то, и другое это нормальные формы. Ну вот, если мы немножко по-другому а, дело бы представили, давайте не вот не z, а, переименуем, не подставляем, вот здесь вот будет y, а здесь будет z, тогда что будет происходить? Поменяется. Z. Будет лямбда лямбда z y, правильно? И то и другое нормальные формы, правильно? Да, да, да они ни к чему не редуцируются. А с другой стороны, вот эти термы, они равны. Почему они равны? Потому что они отличаются только именами связанных переменных. А мы с вами договаривались, что термы, отличающиеся только именами связанных переменных, они отождествляются. отличаются только именами связанных переменных. Вот, и мы с вами видим, что вот эти вот не, равны, не, одинаковые нормальные формы, а эти одинаковые, то есть что же получилось? Получилось, ну, нарушение теоремы о единственности нормальной формы. То есть, по сути дела, нарушение теоремы чорча Россера. Помните, мы доказывали, что если термы редуцируются к двум нормальным формам, то они одинаковые, но ну, а по модулю переименования связанных переменных. В чем же здесь проблема? Где она? Ну, в том, что у нас локальная переменная названа так же, как глобальная. Ну да, но ведь согласитесь, проблема эта, она, в общем, ну, не очень существенная, она чисто техническая. Проблема вот здесь. Проблема в том, что здесь нельзя делать редукцию. Мы эту проблему в прошлый раз решали как? Мы запретили здесь просто быть свободным переменным. Но это неудобно. Почему? А потому что, ну, в общем, вот тут вот все легально, и вот это могло бы происходить под внешней лямбдой по y То есть на самом деле такое ограничение слишком ограничительно. Можно все это более аккуратно сделать, введя понятие свободно термосвободного для там подстановки, но вот мне очень очень не хочется этого делать, потому что это на пустом месте мутное понятие. Как можно поступить а, по-другому? Можно вот такое вот требование высказать, что в лямбда x мн ни одна переменная не входит и связано и свободно понятно вот это условие да да ни одна переменная не входит ни связано не и, одновременно и связано и свободно вот Здесь такого нет. У нас x имеет только связанное вхождение, правильно? Z только связанное, Y только свободное. А здесь это не так. То есть вот эта вот ситуация как раз исключается. Возникает вопрос, а что же все-таки нам делать, если встретились такие термы? Что, Переим... мы не можем делать бета-редукцию? Ну, переименовать просто. Что, переименовать? Связанную переменную. Совершенно верно. Мы ведь отождествляли термы, которые отличаются только именами связанных переменных. Давайте заметим, что «но всегда» можно переименовать термы, при этом, как мы считаем, отождествляются, не, из... не изменятся связанные переменные. То есть, ну, формально вы можете считать, что перед бета-редукцией всегда связанные переменные переименовываются в какие-то свежие, чтобы они не а, имели пересечений с переменными, которые у нас уже имеются. Это всем ясно. Да. Отлично. Ну, а теперь давайте перейдем к нашей сегодняшней теме. Значит, Термы. Когда мы вообще типы лямбда термов. Когда мы вообще вводили лямбда, как вы помните, наша интуиция, наша мотивировка была в том, что это имена функций. Ну вот, например, лямбда x синус x плюс косинус x. Это была функция какого типа? РВ да, это была функция из вещественных вещественная. А, ну, а, например, просто синус – это тоже была функция из вещественных вещественной. Как и это равное ему выражение вот такое вот. В смысле, это редукция, они, а не, так сказать, равные. А, так, а, хорошо. Но с другой стороны, например, сам по себе x – это переменная, которую мы считали относящейся к r. При этом давайте посмотрим, какими же закономерностями обладает, ну, например, применение, аппликация одного терма, так понятого, к другому. Ну вот если я, например, возьму какой-то терм, который имеет вид, имеет тип R стрелка R. И возьму x, который из r. m примените к x. Какой будет иметь тип? r. r. В общем, это достаточно закономерно. В нашем случае, когда тип обозначает, ну буквально, что терм выражает функцию из одного множества в другое, ну это читается достаточно очевидно. Если m это функция из r в r, а x это элемент z, то тогда m от x значение функции принадлежит множеству r. Ну а вот если, например, у нас более хитрая ситуация, если у нас, скажем, вот что-то такое, лямбда x, лямбда y, а тут у нас, скажем, синус x умножить на y. Или что то же самое мы можем более коротко записать. Лямбда xy синус x xy. Вот такая штука. Ну, произведение. Значит, такая штука. Какой она имеет тип? Из r квадрат в Ну вот, если посмотреть вот сюда, вот, то не такой. Здесь никакого квадрата нет. Но ведь вверху есть x, y у нас. Ну, то есть, вот а, две переменных. Ну, смотрите. Лямбда x, точка. Вот взяли x, типа r, и вернули что? Вот такое вот выражение. А, а оно, само -то подчеркнутое по красным, какой имеет тип? Из r r. Ну, то есть, по значению возвращается функция, а не зн значение. Ну, возвращается то -то. функция, конечно. А, у нас... Значит, вот эта штука – это функция. Для каждого x как бы своя. Таким образом, весь большой терм, а по идее, должен иметь вот такой тип. Ну или в теории множеств вы бы написали это немножко по-другому. А функция из r в r в степени r, правильно? Да. Ну вот. Ну, в принципе, понятно, что можно конструировать и более сложное выражение такого рода. Давайте попробуем, опять же опираясь на теоретико-множественную интуицию с функциями из А в Б, построить формальную систему для такого вот рода термов. В принципе, вот звучали предложения, например рассматривать функции ZR в квадрате, ZR на R там куда-то. То есть, по сути дела, вот здесь а в качестве конструктора типов предлагалось использовать не только стрелочку, но и умножение, которое в контексте теории множеств мы воспринимаем как декартного произведения но мы пока попробуем обойтись одним конструктором тип одним конструктором типов, а именно вот такой вот э, э, стрелочкой. Итак наша тема это так называемое просто типизуемое исчисление, ну скажем или короче говоря лямбдоисчисление с простыми типами. Итак, мы хотим рассмотреть с вами простейшую систему типов. Что же мы будем делать? Ну, мы немножко изменим определение нашего терма. Изменим в двух аспектах – техническом и идейном. Вот в идейном аспекте у нас появится такое понятие, как псевдотерм. Вот то, что у нас было термами – Теперь этого гордого звания лишится и будет называться псевдотермами. Ну вот у нас есть переменные. И сейчас мы с вами определим псевдотермы. А сразу перед этим определим типы. Давайте попробуем это сделать. Как же у нас определяются типы? Ну у нас есть некие атомарные типы. Давайте их как-нибудь назовем. ТАТ, например, атомарные типы. Альфа-0, они играют ту же роль, что и переменные здесь. Альфа-1, альфа-2. Будем считать, что их счетно много. И как у нас определяется множество типов? Множество ТП определяется рекурсивно двумя э, правилами. Если у нас альфа – это атомарный тип, то альфа – это тип. И второе правило какое будет? Учитывая, что у нас только один конструктор, только стрелочка. Ну, из альфа и в альфа жита. Нет, ничего похожего. Тогда у вас будет только одна стрелочка, а стрелочка не одна может быть. Стрелочка может применяться на любую глубину. Хорошо, если бета это принадлежит типу, то бета стрелочка альфа. Если и, А и... не, 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 ну это тоже не пойдет. Это недостаточно. Если А и Б это типы, то А стрелка Б это тоже тип. Понятно? Окей. Ну, применяется опускание скобок. Здесь э, вот такое вот соглашение, которое я прошу принять во внимание, потому что в коке оно рутинным образом применяется, и нам надо с этим освоиться. Опускание скобок состоит в том, что стрелка считается правоассоциативной. То есть, если написано А1, стрелка А2, стрелка А3 и так далее, Стрелка Ан, стрелка Б. Как это читается? Ну, справа, налево. А 1, Б... стрелка, А2, стрелка А3, и так далее. Стрелка АН, стрелка Б. Мы считаем, что типы э, право ассоциативны. Понятно это? Да, да. Вот множество типов. И теперь множество псевдотермов. Сейчас мы поймем, почему псевдо. Множество псевдотермов, так сказать, псевдолямбда, оно определяется опять-таки рекурсивно. Но ну, мы говорим, что если у нас есть переменная, то это будет псевдотерм. Если у нас есть два псевдотерма m и N, то тогда их аппликация в скобках это тоже псевдотерм. И наконец, вот до сих пор не было никаких отличий с определением термов. Если у нас m это псевдотерм, а x это переменная, а a это тип то в таком случае у нас с вами вот такое выражение лямбда x а, ну, иногда пишут x двоеточие а, но мы вот так вот напишем лямбда х в степени a, а, а м это тоже псевдотерм. То есть что изменилось, что нового сравнительно с определением термов? А скажите, пожалуйста, еще раз, а x в степени а это что такое? Это просто формальное такое выражение. Это ничего. А что такое x? Все, я понял. Ну, если хотите, я напишу вот тут через двоеточие. x двоеточие а. Если от этого станет легче. Я просто хочу ввести сюда имя типа в это выражение. Имею право. Это не значит, что мы должны x возвести в степень. Это значит, что x типа Что изменилось сравнительно с определением просто термо в бестиповом лям исчисления? А добавилось? Добавилась вот эта вот информация о типе. А, ну, действуют те же самые соглашения о, о опускании скобок об ассоциативности и прочее, действуют старые соглашения об опускании скобок и вообще упрощенной записи. В частности, ну вот, например, мы можем какие-то примеры псевдотермов написать. Какой бы ни был А или Б, у нас псевдотерма будет такое выражение. А, лямбда Х а, y, b, x. Вот вам, например, псевдотерм. Или какой-нибудь другой псевдотерм. Лямбда x, а стрелка а, x, а, x, x. Тоже псевдотерм. Вот. Но почему псевдо? Почему мы не все термы хотим э, принимать? А вот почему. Дело в том, что не все термы правильным образом типизуемы. То есть не каждому терму можно правильным образом приписать тип. Возвращаясь к нашей интуиции. Ну вот если мы знаем, что синус это РР, да? И мы знаем, что, например, Пи. Это R. То вот такой вот терм будет иметь тип. Какой? Если тип мы или множество. Да, это элемент множества r. А вот такой вот терм. Синус применить к синусу. Какой он будет иметь тип? А никакого. Нет типа нарушение типизации. Мы не можем с вами применить синус к синусу. Это бессмысленно, правильно? Да. Вот. Поэтому мы, собственно говоря, термами объявим только те псевдотермы которые можно разумным образом типизовать. А что значит разумным образом типизовать? А вот сейчас мы в этом разберемся. Определение. Вот сейчас мы определим то, что называется выводом типов. Это некое исчисление логическое, которое на самом деле будет импликативным фрагментом интуиционистской логики высказываний. Значит, вывод типов определения. Контекст. Контекст. Это любое. это же, термин, в коке применяется. Это любое конечное множество пар. Вот таких вот. X1, на 1 Xn, A1. Uh, где все иксики – это переменные, все ашки – это что бы вы думали? Типа. Ну, совершенно верно. И очень важно, что еще? Если и не равно жи, то? x это и не равно x А и а не равно жито. житому. Ну, значит, и да, x и t. А и t может быть равно житому. Могут быть разные переменные одного и того же типа. А вот x и ты не равно x житому. То есть нет такого, чтобы мы одной переменной приписывали два разных типа. То есть переменной не может здесь упоминаться дважды. То есть, по сути дела, это у нас функция, это частичная функция из переменных в типы. То есть можно еще как это объяснить? Контекст. Это частичная функция частичная функция из переменных в типы с конечной областью определения. То есть это такое приписывание, которое некоторому конечному числу переменных ставит соответствие типа. Понятно, что такой контекст. Да. Вот. То есть с точки зрения программирования, что такое контекст, прекрасно понятно. Ну вот представьте себе, что мы живем э, в C. Вот э, как у нас выглядит контекст, если у нас такая функция F, э, которая принимает на вход э, int, и там есть локальная переменная, э, значит, какая-то Y. Как выглядит контекст вот в этом месте? Uh, x двоеточие y2.w. Вы уверены, что именно так? Что там больше ничего нет? Mm -hmm. Я бы еще f, наверное, добавил. Uh, f, правильно, потому что у нас бывает рекурсия. Мы можем ее вызвать. Все. Ну, конечно, нет. Надо еще добавить переменные, ну, скажем так, из внешней области видимости, правильно? Какие-то глобальные, которые из этой функции тоже видны. Согласна? Окей. Okay. Ну вот, так что с точки зрения программирования совершенно понятно, что такое контекст. Так, хорошо. Ну, а теперь давайте покажем, как же этот вывод типов устроен. Вот такую пару, а точнее сказать, вот такую вот тройку, гамма, значок, который логики называют штопор, М, Двоеточие А. Такую пару мы будем называть суждением. Такую пару мы будем называть суждением. По-разному это называют, но есть такая терминология. Можно сказать, что это, так сказать. Ну, ну, ну значит, ладно. В этой тройке. У нас что должно? Что что есть что? Гамма это контекст. М это что? Селдатерм. Да. И А это тип. А смысл э, понятен в контексте. Гамма М имеет тип А. И теперь мы дадим рекурсивное определение вот этому вот отношению штопор. Или напишем некие аксиомы, которые управляют его поведением. Дадим индуктивное или рекурсивное. Это одно и то же определение. Отношению штопор. Ну, то есть э, у нас есть три правила. Правило первое. А, если у нас в контексте гамма содержится пара а то у нас из гаммы эта пара выводится. Логично? Да. А если у нас из гаммы выводится... Ну, можно немножко по-другому это написать. Давайте еще некий введем а, обозначение. Вот я буду писать гамма запятая xa, это будет означать просто гамма объединить с x. А при этом, если предполагается, что вот это вот контекст, если это написано слева от штопора, значит уже других пар, начинающихся с x, в гамме нет. Это понятно? Да. И вот такая вот запись, она понимается как то, что в пустом контексте у нас выводится. Значит, поэтому первое правило я могу написать, описать вот без этого если. Я могу это сделать следующим образом. Могу написать гамма, запятая ха, отсюда следует ха. Следующее правило. Если у меня из гаммы следует, что в контексте гамма m имеет тип а стрелка b, а и в контексте гамма тип псевдотерм n имеет тип а то в таком случае у меня в контексте гамма терм m применить к n имеет тип какой b логично да вполне что означает эта черта? Она означает конъюнкцию, импликацию. Такая вот запись альфа-бета а, над гамма. Это мы понимаем, как альфа и бета влекут гамма. Ну так в логике пишут правила вывода. Это стандартная вещь. И третье и последнее правило, оно такое. Если в контексте гамма икса, а у нас m имеет тип B, то в контексте гамма вот такой вот псевдотерм лямбда x а м имеет тип какой бы вы думали? Б. Совершенно верно. Давайте проверим эти три правила на а, просто Логическую такую интуитивную адекватность. Вот если тип мы понимаем, как э, принадлежит множеству, но э, если мы знаем, что x принадлежит множеству, то разумно ли утверждать, что x принадлежит множеству? Конечно. Если m это функции за в b в каких-то предположениях, а n это элементы за в тех же предположениях? то, конечно, m применить к n, значение функции – это элемент sb. Логично? Да. И, наконец, если предполагаешь, что x принадлежит a, мы видим, что выражение m принадлежит b, то тогда вот такая вот функция, которая по каждому x выдает m, она принадлежит… Вот такое вот выражение, оно обозначает функцию за в b, да? Логично? Да. Да, да, да. Вот. Ну, например, если, если x это у нас вещественное число, то тогда мы знаем, что синус x плюс косинус x это тоже вещественное число. Отсюда, по этому правилу, мы можем вывести, что без всяких предположений вот такое вот выражение, оно обозначает функции вещественных вещественные. Логично. Да. Теперь наша цель следующая. Мы э, посмотрим на некоторые примеры выводов в этой системе. Мы формально определим терм. Затем мы поговорим о теоретико-доказательственных свойствах вот этой вот системы. Но я не буду, собственно говоря, ничего доказывать, а теоремы эти, ну просто, в основном, просто напишу. Многие из них доказываются легко, хотя некоторые трудно. И потом мы с вами обсудим... Изоварфизм Кари Ховарда применительно к этой системе вывода типов. И, значит, обсудим программирование в лямбдах с простыми типами. В той мере, в которой оно возможно. А там, возможно, в этой бедной системе типов очень мало. Итак, прежде давайте освоимся с выводами в такой системе. Утверждение. Вот я утверждаю, что в пустом контексте... Вот такой терм. Лямбда uh, x а x имеет тип, так вызываются люди с сильной интуицией. Какой же тип он имеет? А. Неправда. А, -а, а. Безусловно. Как это доказать? Какой же из трех правил надо применить? Можно применить первое правило? Нет, потому что вот это не переменная. Можно применить второе правило? Нет, потому что то, что подчеркнуто, не аппликация. Можно применить третье правило? Для вывода вот этой штуки. В обратную сторону применить. Да. Рязь. Раз, Согласны? Окей, okay, да. Гамма здесь какое? Пустое. Пустое. А вот это вот э, суждение откуда берется? По определению. Ну, оно не по определению, а по первому правилу. Ну, ну точнее, да. по первому правилу за это определение. Согласна? Вы не шокированы? Да, 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 все нормально. Да, это что значит? Шокированы или нет? Мне, пожалуйста, да. скажите, шокированы или нет? Да, все нормально, в смысле. Так, опять приглашаются люди с сильной интуицией. А вот у такого псевдотерма есть тип? Если есть, то какой тип его можно приписать? Может, не единственный, на самом-то деле единственный, но какой? Из А следует Б следует А. Да? Совершенно верно. Кстати, а вот этот термин, он нам уже знаком. Мы им пользовались. Что у нас обозначал? Ру. Да, у нас обозначал истину. Так. И как же можно вывести этот тип? Так же, как мы сейчас сделали. Какое правило было в последнем выводе? Третье. Третье. А по третьему правилу, нам для того, чтобы получить такое суждение, было бы достаточно получить такое. А это можно получить. Да, также по третьему. Так. А это по какому? По первому, ну, по, по определению, по первому пункту. Да. Определение состоит из трех пунктов. Понятно это? Да. Так. Давайте что-нибудь посложнее. Давайте что-нибудь посложнее. Лямбда х. Я не пишу здесь типа, их еще нам предстоит угадать. А, а здесь будет такая, такая штука. ХЗ, Z, YZ. Как вы считаете, когда можно приписать этой штуке тип? Вот какой должен быть тип у Y. Может у него быть какой-то произвольный тип? Произвольный в смысле любой? Да. Но нет, потому что если у него будет просто тип, например, А, тогда YZ непонятно, что это. Правильно. Нам надо, чтобы у него был такой тип, чтобы выражение YZ было типизуемым, правильно? Да. То есть у Y должен быть тип со стрелкой со стрелкой, причем стрелка должна начинаться из типа z, а у z это -а какой может быть тип? Да, тоже что со стрелкой получается. А зачем? Разве z где-то к чему-то применяется? Ну, вот, да. Нет, скобки налево группируются. У нас соглашение было да, о скобках что xz читается вместе тут. Uh -huh. скобки группируются налево. Это означает x, z применить к y, z. Z ни к чему не применяется. Понятно, что у z это может быть любой тип c. Ну, пусть будет так. А, а у y какой должен быть тип? А стрелка что-то, правильно? Ну да, стрелка b. Назовем это B. А какой же тип у X? «Х» применяется к Z и должно получиться нечто, что применяется к YZ. То есть Но раз X применяется к Z, у X тип «А» стрелка что-то. Но это что-то должно применяться к YZ. У YZ какой будет тип? В. B. B, значит, должно быть стрелка B, стрелка C. Понятно. А, сейчас, сейчас, секунду. А почему стрелка С еще в конце возникла? Ну почему бы и нет? Что X в конечном счете выдает? Ну какой-то С. А что, чтобы это учесть? Ну да, да. Какой же тип у всего этого выражения? Вот сейчас мы угадываем тут типа. Ну типа такой составной получается, что. Какой? A. А, стрелка В, стрелка С. Из Сначала этого... идет тип X, да. Отсюда потом следует. Потом из этого всего стрелка в А, стрелка Б. Вот, а потом из этого С, стрелка в А. И на этом все. Нет, А С. А где С? А, а, С, да, еще, да. Еще... Ну, давайте я для вашего удовольствия расставлю тут скобки, чтобы вас не очень смущать. Право, группировка направо. Хм. А вы такое выражение со стрелками где-нибудь видели, например, на первом курсе? Ну, в аксиоматике чего? Типа, в да. аксиоматике чего? Логики первого порядка. Логики, да, логики высказываний. Это одно из свойств импликации. Если стрелку прочитать как импликацию, получится тавтология. Помните, была такая тавтология, дистрибутивность импликации? Да. Если из А следует, что из Б следует С, то из того, что из А следует Б, следует, что из А следует С. Удивительно. Кстати, вот эти формулы тоже тавтологии. Из А следует А, и из А следует, что из Б следует А. Если А истина, то оно следует откуда угодно. Хм. Случайно ли это? Господи, ну, не случайно. Нет, это не случайно. Ну, давайте проведем вывод этого типа. Ну что у нас здесь делается? На самом деле мы здесь три раза применяем третье правило. Правильно? Снимая x, y и z. Три раза его применяем. Ну, то есть, если бы у нас была такая вот штука Z типа A, Y типа A, стрелка B и X типа A, стрелка B, стрелка C, то отсюда, если бы мы умели бы вывести, что X, Z, Y, Z имеет тип C, то навешивая навешивая Лямбда мы бы получили бы то, что нам нужно, Согласны? Или это надо, надо э, пояснить? Ну сначала мы лямбду по z навешиваем, получается A стрелка c, потом лямбду по y получается вот это вот, потом, наконец, лямбду по x и получается все, что нужно. Или это надо расписать подробнее? Думаю, не стоит. Вот это всем ясно. Все согласны, что не надо подробнее. Так, кто хочет подробно? Да. Не надо подробно. Хорошо. Вот давайте, чтобы дальше эту запись не повторять, назовем этот контекст гамма. Когда теперь нам надо получить вот это вот суждение? Каким правилом мы можем его вывести? Первым, вторым или третьим? Ну, кажется, что вторым. Только вторым. Потому что на самом деле, обратите внимание, у нас каждый псевдотерм это либо переменная, либо аппликация, либо абстракция. И выбор правила однозначен. Потому что если полученный терм это аппликация, то можно применить только второе правило. Значит, здесь у нас аппликация. Здесь xz применяется к yz. Согласно второму правилу, для этого нам достаточно показать, что из гаммы вытекает, что xz имеет некий тип что-то стрелка c, а и yz имеет вот этот вот тип что-то. Можем ли мы его угадать? Ну да, вот видно, что если x на вход подать z, то должно быть b стрелка c. То есть yz? b стрелка c. yz просто b? Да, да, ошибся, это уже yz, же, да, да. Вот, хорошо. Опять перед нами аппликация. Но ну, можем ли мы получить вот это вот от, из нашей гаммы? Ну, конечно, Y у нас имеет тип А стрелка Б, правильно? Да. Z имеет тип А. Применение второго правила корректно, а вот эти суждения получаются по первому правилу просто потому, что соответствующие пары содержатся в контексте. Ну и здесь аналогично мы получаем, что из гаммы следует, что x типа А стрелка B стрелка С, а и Z опять же у нас типа А. Вот построили такой вывод. Обратите внимание, мы вывод ищем снизу вверх, а проверяем его сверху вниз. Нам надо, чтобы при движении сверху вниз – все правила срабатывали, и все правила здесь действительно срабатывают. Понятно это? Да. Это очень важный момент вообще во всем курсе. Есть по этому делу вопросы? Пока вопросов нет. Очень хорошо. А теперь давайте попробуем понять. Вот такой вот псевдотерм λxaxx. Он может иметь какой-то тип. Ну, если под А подразумевается, внутри сидит какая-нибудь стрелка. Вот мы пока не знаем, что такое А. Но вот он имеет тип Б. Вот, предположим, мы это вывели. Смотрите, у нас здесь x применить к x, правильно? Там должна быть бесконечная цепочка. Значит, единственная возможность это вывести, это применить второе правило, правильно? Да. Единственная возможность это вывести, применить второе правило. Значит, должно по второму правилу, давайте добавим не пустой контекст. А но это неправда. Здесь он, с лямбда он начинается. В чем второе правило? Третье правило применяется. Потому что это лямбда. Гамма. ХА. Значит, х. Значит, это Б. Оно должно быть чем? Если это лямбда, оно должно быть стрелкой. Причем стрелкой А, стрелка Б. да? есть вот так должно быть. Можем ли мы такое вывести? Если бы могли, то только по второму правилу. Чтобы из гаммы х следовало бы, что х имеет какой тип? Что-то стрелка b, а с другой стороны, какой он должен иметь тип? Что-то стрелка С. А теперь обратите внимание, вот это вот можно вывести только по первому правилу. И только в том случае, если А равно С. Правильно? Да. А это можно вывести только по первому правилу, потому что тут переменная. И только в том случае, если А равно С стрелка Б. Равно, значит, совпадает. Что же отсюда следует? Что С стрелка Б равно С? А может такое быть? Нет? Почему? Потому что наше равенство типов ⁇ это просто совпадение синтаксическое. Совпадение двух выражений. Могут такие выражения совпадать? По построению. Нет, типа. длина вот этого выражения больше длины вот этого. Они не могут быть одинаковы. Обратите внимание, тип, сам по себе тип, это некое формальное выражение. Составленное из буквок типовых атомов. Из стрелки и скобок. Понятно это? Да. То есть мы с вами видим, что просто а, не может быть, чтобы тип С стрелка Б был равен, то есть совпадал типу С. Если бы мы могли какие-то редукции делать на типах, если бы формально выражаясь алгебра типов не была бы свободной, если бы там были бы нетривиальные тождества, тогда бы да, тогда бы может быть. Но вот здесь нет. Понятная идея. Да. Определение. Что такое терм? Сейчас мы дадим соответствующее определение. Ну вот мы говорим, что Давайте введем такие обозначения: лямбда стрелка гамма а. Это что такое? Это все такие псевдотермы, что из гаммы выводится, что м имеет тип а. Логично? Логично или не очень? Ну, хорошо, это же определение. Okay. Но определение может быть вздорным. Например, таким, что ничто ему не удовлетворяет. Если мы вот это вот все по типам объединим, то получится просто все такие псевдотермы, которые в контексте гамма имеют хоть какой-нибудь тип. Аналогично, мы можем объединить по всем контекстам. Ну и, наконец, мы можем рассмотреть вот такое вот выражение. Все те. Псевдотермы, которые хоть в каком-то контексте имеют хоть какой-то тип. Вот это вот и есть по определению множество всех термов. Но я напишу еще в скобках правильных, правильно типизуемых множество всех правильных термов, не псевдотермов. А вот множество просто термов нашего просто типизуемого лямбда исчисления. Понятно это? Да. Итак, термом называется то, что имеет а, хоть в каком-то контексте, хоть какой-нибудь тип. А можно вопрос? Да. Можно ли привести пример такого терма, который для которого нельзя придумать контекст, чтобы он имел тип? А, ну вот мы придумали, вот он. Только не терма, а псевдотерма. Вот он перед вами. А, да, точно, точно, да. То есть как, как бы как как псевдотерма это нормальный терм, но. Это псевдотерм, но не терм, но не терм, да. Пример. Лямбда x a икс лямбда x, а, y, b, x. Ну, симметричный пример с ложью. Вот этот вот страшный пример. Это все термы. Ну, или, правильные, или правильно типизуемые термы. Вот это вот вся гоп-компания, это термы. Тогда как вот такое вот выражение, каким бы ни было А, вот для любых А, для любых Б на самом деле, а вот здесь для любого А, каким бы ни было А, это псевдотерм, но не терм. Понятно это? Да. Вообще, вот когда мы доказывали, что вот это не терм, мы применяли такие рассуждения. Но если бы мы могли вывести такую штуку, то тип должен был бы быть со стрелкой, и правило должно было бы применяться только третье. Понятно это? Да, да, да. Вот это вот, по сути дела, составляет некую теоретико-доказательственную лемму. Лемма 1. Об обращении. Лемма об обращении говорит следующее. Что если у нас в каком-то контексте выведена x стрелка а, что x, x от переменной типа а, значит вот эта пара XA принадлежит гамме. Согласны? Да, да. Доказательства. Рассмотрим вывод вот этого суждения. Рассмотрим последнее правило в выводе. Оно могло быть вторым? Нет. Потому что у нас наш терм – это не аппликация. Оно могло быть третьим? Нет. Потому что наш терм – это не абстракция. Оно могло быть только первым. Правильно? Да. Второй пункт леммы об обращении. Если в каком-то контексте мы доказали, что МН имеет тип А, что отсюда следует? Эта фигня могла получиться только по второму правилу. Да, значит, был какой-то промежуточный тип. Был промежуточный тип Б, а совершенно правильно. Был промежуточный тип Б, такой, что в нашем контексте доказывалось, что М имеет тип Б стрелка. И также доказывалось, что N имеет тип B. Правильно? Да. И третий пункт Лямы об обращении. Если вдруг мы получили вот, вот такое вот суждение, то это что значит? Это значит, во-первых, что мы могли получить это только по третьему правилу. Для лямбда мы что-либо могли вывести только по третьему правилу. В частности, это означает, что тип этой лямбды, он имеет вид что-то, стрелка что-то. Правильно? Да. Вот. А, то есть, существует такое c такой тип, что, во-первых, наша А, она имеет вид Б, стрелка c Почему Б? Вот, потому что лямбда Б. Это во-первых. И, во-вторых, в контексте гамма x типа b выводится, что m у нас с вами типа c. Правильно? Понятно это? Да, да. Как это доказывается лемма? Ну, по сути дела, мы ее доказали. Рассмотрим вывод нашего суждения. Возьмем применение последнего правила в нем. Ну вот, мы здесь этой лемой пользовались. Следующая лемма. Лемма о подстановке. Тоже очень важная. Она сложнее доказывается. Там индукция, ну тоже индукция по выводам. Не хочу с этим возиться. Лемма подстановки говорит следующее, что вот если мы в контексте, где x имеет тип а, получили, что m имеет тип b, и в контексте просто гамма, мы доказали, что n имеет тот же самый тип а. Мы можем вместо х подставить туда э, n. Ну, естественно, предполагаю, что подстановка корректная. То есть, что не происходит вот этой вот э, не происходит коллизии переменных о которой мы выше говорили. То есть делается перед подстановкой, делается переименование. Вы знаете, если у нас э, э, x, вот у нас есть какой-то m, где x фигурирует свободно, правильно? Да. И у нас есть какой-то э, n, который имеет э, такой же тип что и x вот в этой вот посылке. Тогда мы можем x заменить на n. Понятное утверждение? Да. Так не вызывает оно интуитивного отторжения. Нет, не вызывает. То есть, по сути говоря, мы предыдущие два э, занятия на прошлых неделях, мы, по сути, э, просто работали с лямбда какими-то выражениями, не заморачиваясь с типами. А теперь мы вспомнили, что вообще-то есть еще типы, и, соответственно, они любые из этих... У операций, нас которых... были сначала лямбды без типов. Ну а... да, а теперь, а теперь мы думаем о том, что не любая из тех операций, которые мы проводили раньше, вот, например, подстановку, мы же не задумывались да, с типами, то теперь мы видим, что не все так... Ну понимаете, ведь системы типов бывают разные. Лямбда без типов имеет вполне себе смысл. а Это очень богатый формализм. Но он слишком богатый. Он не подходит для практического программирования по той причине, что... Вы можете, например, комбинатору, который на натуральных числах работает, подать на вход не натуральные числа. И при этом что-то произойдет. А что? А черт его знает! То есть там, с точки зрения программиста, масса, undefined behavior. С точки зрения программирования мы любим undefined behavior. Ну, наверное, да. Вы любите? Да нет, наверное. То есть вы любите, когда ваша программа э, стирает вам жесткий диск, если <свят> вы что-нибудь не то подали на вход? Ну, да, да, то есть понятно, что не очень хорошая ситуация. Вот. То есть с точки зрения практики программирования нам это не нужно. Нам нужно программирование с некими гарантиями которые бы гарантировали, что программа ведет себя так или иначе. Система типов – это один из подходов к выдаче таких гарантий. Уже очень примитивная система типов позволяет нам, ну, например, гарантировать, что программе на вход подается Значения нужного типа, что, скажем, какие-то совсем уж дикие значения на вход не подадутся. Если ваш компилятор знает, что под программа M а, имеет тип int стрелка int, а под программа n а, имеет а, тип, она возвращает bool, тогда ваш компилятор с полным основанием может отказаться компилировать такую штуку. Ну, конечно, если речь не о C. Где, как вы знаете, есть неявное приведение типов, которое, в общем, ну опасная вещь. Ну, во всяком случае, у компилятора есть информация, есть основания отвергнуть это подозрительное выражение. Понятная идея. Да, да, да. Чего мы хотим в коке? В коке мы хотим построить настолько богатую систему типов, чтобы в типе содержалась значительно больше информации о программе. Например, не только о том, что она принимает int на вход, а о том, что она принимает положительный int и возвращает положительный int, и возвращает положительный int. Вот, то есть мы хотим в типы записать больше информации, но сейчас мы работаем с одной из простейших систем типов. Здесь мы очень ограничены в том, что можно сделать практически. Типов здесь мало, и система это очень жесткая. Мы сейчас увидим, что она практически запрещает нам что-либо толковое запрограммировать. И а, правильный подход состоит не в том, чтобы брать бестиповые исчисления, а, где нет гарантии, а в том, чтобы постепенно обогащать саму систему типов. Но пока мы хотим базовую идею увидеть на простейшем примере. Понятно ли яма о подстановке? Да. да. Доказывать я ее не буду. Следствием ли мы о подстановки является ну, вот так называемый subject reduction лемма. Subject это что? Subject это вот эта штука, это вот наш псевдотерм. Вот идея в том, что редукция сохраняет тип. А редукция сохраняет тип. Это тоже очень важная идея. Это следствие ли М2, потому что там бета-редукция только важна, а с этой все тривиально. Утверждение такое, если у меня М имел типа в контексте гамма, и вот это М редуцируется по бете или по эти или, или, или по той другой вместе к N, то тогда у меня N тоже будет иметь тип А. Замечание. Обратно и неверно. Это упражнение, оно у вас есть в листочке. Может так быть, что вы редуцируетесь к терму, у которого есть тип, и с терму, у которого типа нет. Понятная идея? Да. Но обратно это в смысле вот когда э, вот так вот когда еще предполагают, известно, что M редуцируется к N, и N имеет типа, тогда M не обязательно имеет типа, N может вообще никакого типа не иметь. Понятно вот это утверждение, subject reduction? Да. Следующее, что у нас еще есть? У нас есть, конечно, теорема Чорча-Россера. Она как была, так и остается. Только надо внимательно следить за типами. Но теорема Черча Россера а, нам говорит, ну, там о форме Леммы Аромби. И, а, ладно, давайте давайте честно напишем Лемму Аромби, перепишем. Лем Марумби, как вы помните, говорил, что если М у меня редуцируется к N1 и к N2, то тогда найдется такое L, что к нему редуцируется N1 и N2. Помним? Да, да. Но здесь то же самое, только с учетом типов. А если у меня в контексте гамма. М имеет тип А, и N1 имеет тип А, и N2 имеет тип А. И при этом у меня М редуцируется. Ну, по бе, по эти, Там можно одну бету оставить, если хотите. Это не так важно. Если оно редуцируется к N2 и к N1, то. Существует такой терм L, такой, что он действительно терм, он в контексте гамма имеет тот же самый тип А, к которому у нас редуцируется и N1, и N2. Согласны? Да. Ну и следствие, это, конечно, теорема Чорча-Россера как она раньше следовала из Лема ромбе, так она и сейчас из нее следует. То есть о том, что если у нас два терма равны, если у нас m и n, они оба, и давайте я по-другому немножко напишу, если они оба в контексте гамма имеют тип А, и они равны, то существует L, который в контексте гамма имеет тот же типа, такой, что у нас и m, а и n к нему редуцируется. Отсюда, естественно, вытекает единственность нормальной формы. Отсюда вытекает единственность нормальной формы. На самом деле верно и более сильное утверждение теорема, ну пусть будет 6. Сильная нормализуемость, так называемая, то, чего у нас раньше не было. Значит, помните, что в э бестипом лямбда исчислений мы говорили, что если нормальная форма есть, она единственная. Да, да, было такое. Но при этом не у любого терма была нормальная форма. Да, там был терм омега из двух омега. Да, более того, там был еще более хитрый вариант. Вот был такой терм. Помните? Который, если начать одним образом редуцировать. У него была страну. нормальная форма и тождественный комбинатор. Но из него еще росла бесконечная цепочка редукций. Вот такая вот. Ну и так далее. Помним? Да, да, да. Вот в нашей жесткой системе типов так не бывает. В нашей жесткой системе типов так не, не бывает. Имеет место свойство сильной нормализуемости, которое, ну я словами напишу. Каждая цепочка редукции конечно. То есть, есть... есть. Как-то очень похоже на то, что у нас тип просто сам к себе конечной длины. И... Да, это связано с этим. А, каждая цепочка редукции. Ну давайте я напишу, чтобы вы. Не сомневались, начавшиеся в терме, не в псевдотерме, а в терме, у которого есть тип, каждая цепочка редукции, конечно. Ну, в частности, это означает, что любой абсолютно терм, он либо сам является нормальной формой, либо если нет, в нем начинается некоторая цепочка редукции. И она обязательно конечна, то есть должна закончиться нормальной формой. Ее можно продолжить, но, скажем так, не любая, конечно, цепочка редукции заканчивается нормальной формой, но она ли, либо, ну как бы это, как бы это, получше сформулировать, то есть, ну Будем делать редукции. Любая цепочка конечна. Построим максимальную конечную цепочку, то есть которую уже нельзя продолжить. И она уже должна закончиться нормальной формой, потому что она конечна. У нее есть последний терм, который уже ни к чему не редуцируется. Ну что, очевидно ли, что отсюда следует, что у каждого терма есть нормальная форма? Да. Вот это всем ясно. Да. У каждого терма отсюда есть нормальная форма, и при том, конечно, в силу теоремы Черча россера единственная с точностью до имен связанных переменных. Что это означает с программистской точки зрения? Это означает, что каждое вычисление заканчивается. То есть мы не можем в этом формате представить вычисления, которые зацикливаются. А у нас есть зацикливающиеся машины Тьюринга? Да, да. Есть. Поэтому этот формат слабее машин Тьюринга. При том, что обычные лямбда исчисления я вам забыл сказать, эквивалентны машинам Тьюринга. То есть отсюда мы можем сделать вывод, что лямбда с чертой, как это самое, со стрелкой слабее. Мы пока даже не поняли, как в нем программировать, но уже ясно, что особо много не запрограммируешь. Слабее машин Тюринга. Тогда как? Безтиповая лямбда эквивалентна машинам Тьюринга. Понятно это? Да. Ну, еще одна теорема. Она уже э, достаточно простая. Ее бы надо было бы куда-то сюда поместить. Давайте сюда ее вставим. с 3,5. Единственность типов. Я уже начал разговор о таких продвинутых вещах, а это пропустил. А зря. Единственность типов. У нас, если в контексте гамма мы знаем, что М имеет тип А, и М имеет тип Б, то отсюда следует, что А и Б – это одно и то же. Ну, как это доказать? Давайте докажем, что ли? Доказательство. Индукция по построению M. Ну, первый случай, давайте так аккуратно докажем. Первый случай, m – это переменная. Ну, что тогда? Мы знаем, что из э, гаммы следует х, э, двоеточие а, из гаммы выводится, что х, двоеточие b. По леме 1 об обращении, что отсюда следует? Вот она, лема об обращении. Но это значит, что у нас в контексте есть и x А, и x, b. А, и X B. Совершенно правильно. A, Но 20, если 20, вы 20. помните, что такое контекст, это частичная функция. То есть там не может быть двух разных пар с одной и той же с одним и тем же x Отсюда, по определению контекста, следует, что А равно b. Согласны? Вот. Второй пункт. Ну, предположим, что у нас есть, у нас наше М это, это самое, как она называется, аппликация, НЛ. Тогда что это означает? Тогда опять-таки по леме о, об обращении мы видим, что из гаммы у нас выводится, что n имеет а, какой-то тип c стрелка а, и из гамма выводится, что l имеет тип c, правильно? Это я вот сюда применил. Да. Ну и кроме того, если я посмотрю вот на вторую типизацию, отсюда следует, что а, из гаммы выводится, что n имеет какой тип? Какой-то d стрелка b и l имеет тип d. Правильно? Да, да. Ну, теперь по предположению индукции для более короткого вывода отсюда следует, что c равно d. Правильно? Да. Значит, применяя это сюда, мы видим, что из гаммы выводится, что n типа c стрелка, и а из гаммы выводится, что n типа c стрелка b. Опять применяем предположение индукции к более короткому выводу. А получается, что c стрелка a равно c стрелка b. Отсюда, конечно, вытекает, что a равно b. Правильно? Да. Можно было сразу это сказать, но тогда надо было доказывать однозначность разбора. А это не, не хочется. Вот. А, ну и третий случай, наиболее интересный. Значит, смотрите, нам дано, что гамма а, из гамма выводится m двоеточие A и M двоеточие B. И при этом а, наше M это лямбда XC n и вот из гаммы у нас выводится m двоеточие а и из гаммы выводится n двоеточие b что это означает опять же поле имя об обращения. это означает что и A, и b это тип со стрелочкой правильно существует d существует e Такое, что наша А это С стрелка Д, и с другой стороны наша Б это С стрелка Е, e, и из контекста гамма ХС выводится с одной стороны, что Н типа Д, а с другой стороны из контекста того же самого выводится, что Н типа Е. E. Согласны? Да. Ну, если применялось третье правило, только так могло быть. Отличнейшее. Но что отсюда вытекает по предположению индукции? Ну, что D равно E. Да, что D равно E. Ну, и значит... А равно B. Понятно? Да. Обратите внимание, что здесь вот это то место, где важно, что нам указан этот тип. А потому что если бы этот тип не был бы указан, то, вообще говоря, у нас не было бы оснований считать, что а равно b, потому что, ну вдруг d равно d и E равно е, e, но ну, они отличны. То есть у нас именно вот здесь зафиксирован вот этот тип. Если бы мы писали термы, как их иногда пишут, в других вариантах типа у лямбда и штейн, например, типов не указывая, то вот такая вот штука, она может иметь тип как А стрелка, так и Б стрелка, Б и так далее. Если вот тип здесь не зафиксирован у переменной, то единственности типа бы не было, правильно? Понятно, о чем я вещаю? Да, да. То есть, для единственности типов нам принципиально важно, что вот этот тип C здесь указан. А в коде единственность типов нам важна. Так, ну и последняя такая теорема из серии сложных и непонятных – это теорема 8. Она говорит, что разрешимы следующие задачи. Ну, я сейчас поясню. Следующие задачи разрешимы. А именно, по гамме М и А проверить. Верно ли, что у нас в контексте гамма псевдотерм М имеет типа. То есть есть алгоритм, который производит проверку того, верно ли, что M имеет типа. Задача проверки типа, так сказать, type checking, который нам с вами в коке будет постоянно встречаться на практике. Согласна? Да, это вот как раз из в вращения видно, что можно разбирать. Да, том, что... следующая задача. Мы ведь на самом деле можем этот тип, хотя это чуть труднее объяснить, мы можем и тип, и гамму угадать. Мы можем по М, только по М узнать, а есть ли у нее тип, который хоть в каком-то контексте. Просто по строению М это понять. Просто понять это построению а, самой а, М. Как вам такое? Ну, помните, вы же вначале, когда упражнение давали, вы же тоже фактически спрашивали как раз такой вопрос. Какой должен да, быть? Да, конечно, ты побилите. Так. И следующее. Это мы можем не просто их угадать, что они есть, а мы можем их просто все найти, все перечислить. Но по теореме о единственности, кстати, тип вообще единственный. Но мы можем и все контексты тоже найти. Мы находим минимальный, говорю, что все, в которых он содержится. Вот эти все задачи в этом исчислении алгоритмически разрешимы. Но тут, конечно, разрешимость мы понимаем но следующим образом. Мы вычисляем тип, который, как мы доказали, единственный. А потом говорим, что ну и в любом контексте, который содержит хотя бы вот это. Понятно? Да. Есть по этому вопросу? Нету? Нету. Какое возможно программирование здесь? Очень-очень убогое. Практически никакое. Есть теорема, которая характеризует его полностью. Мы ее тоже сформулируем. Значит, здесь можно запрограммировать логику. Для этого надо ввести тип булевских значений. Как бы нам его ввести? Э, Пусть бул будет что? Что бы нам объявить булом? Бул это будет некий фиксированный тип. Давайте зафиксируем некую альфу, которая является типом или даже типовым атомом. Просто какой-то атомарный тип, или не обязательно атомарный. Какой тип зафиксируем? Можем так? Да. True, false, как выглядели? Ну и второй аргумент, соответственно. Что же нам взять в качестве типа бул, чтобы true -false имели именно тип бул? Так, пожалуйста, кто, кроме так, Богдана, кто-нибудь еще у нас участвует? Дамы и господа, давайте поживее. Значит, что мы можем взять в таком качестве? М? Что шок? Неужели шок? А мы получается, зафиксировали только одну перемену, то только одну альфа. Мы зафиксировали, да, один тип. Мы сейчас бул из него построим. Ну вот такой будет бул. Из альфа следует э, альфа следует альфа. Два аргумента. Тогда истину мы введем вот так. Смотрите, лямбда x альфа, y альфа, точка x. И тогда эта штука как раз будет типа бул. Не правда ли? А ложь у нас будет какого типа? Тоже бул. Согласны? Да. Теперь давайте введем логические функции. ну вот у нас был нот. Как выглядел нот? У нас раньше нот был каким? Лямбда z x y z y x. Здесь вот такой нот будет работать. Нот Но он, должен применять бул он должен возвращать бул и применяться к булу. Z имеет какой тип? Это аргумент нота. Бул, правильно? Я могу предоставить какие-нибудь аргументы, чтобы вот это вот был бул. Давайте подумаем. Ну, x альфа, а y у альфа, альфа. Да, совершенно правильно. И все будет работать. В самом деле, легко понять, что такая фигня имеет какой тип? Она имеет тип бул, стрелка альфа, стрелка альфа, а здесь будет что? Бул применить к альфа-альфа. То есть будет альфа. Согласна? Да. Ну вот это же булы есть. Подождите, а у Y тип просто альфа? Да. Получается бул-бул. Ну смотрите, что, что, такое, например, not true. Not true – это лямбда x альфа, y альфа. А здесь у нас стоит true. То есть лямбда x альфа, y альфа Этих сразу переименуем, чтобы не мешались. Лямбда у альфа в альфа а, у значит, применить к y x. Что будет происходить? Делаем редукцию, а y остается, x пропадает, получается лямбда x альфа y альфа, а, и у нас остается только y. Так и что получилось? Ложь получилась, правильно? Да. Ну и что, работает? Кажется, что работает. Давайте конъюнкцию сделаем. У нас раньше в бестиповом исчислении конъюнкция была какая? Лямбда d и и было хух, хух правильно? Да. Хух. Но хух работать не будет. Почему? Потому что если у нас X-бул и Y-бул, то вполне понятно, что мы не можем применить бул к двум булам. Правильно. Это не типизуемо. Нельзя бул к булу применить. Но мы можем тогда, вот у нас же была реализация через еще z и дальше. Давайте заведем здесь две еще переменные у в типа альфа. И давайте с их помощью составим наш end. Ну вот мы на вход получаем x, правильно? Согласны? Да. Если x это ложь, что мы должны вернуть? x. Мы должны вернуть ложь, но мы вернем не x, а мы вернем v. И тогда у нас получится что? Два аргумента съелись, получится лямбда у v точка Это ложь. А если x истина, мы что вернем? Мы вернем y, но только не сам y, а мы туда еще u и v встроим, который, ну, потом это редукции можно убрать. Понятно? Сейчас я докажу, что это работает. Сначала давайте посмотрим, верно ли, что эта фигня имеет тип э, булл, стрелка, булл, стрелка, э, булл, стрелка, булл, стрелка, бул. Да, потому что у нас из булов, в булл. Вот это гадость. Какой имеет тип, если Y имеет тип булл? Альфа. В имеет тип? Альфа х альфа, бул альфа, бул примененный к альфе, имеет тип альфа. Стрелка альфа. Понятно? Понятно это? С есть вопросы? Да, вроде понятно. Значит, все это вместе вернет альфу. То есть получается, что наша фигня имеет следующий тип. У него два аргумента вида бул, один аргумент альфа, один аргумент альфа и в итоге возвращается альфа. То есть получается, ну, ровно то, что мы хотели. Два була на выходе бул. Я напомню, что скобки направо группируются. Итак, с типом все хорошо. Убедимся, что все хорошо с редукцией. Допустим, я сюда подставлю false и какое-то булевское значение b. True или э, false. Что будет? Будет лямбда у v альфа. false. Здесь будет b u v, здесь будет v. Что это будет? Куда это редуцируется? Это В. Ну, да, двух. потому что «фолз» из двух аргументов возвращает второй. Значит, это получается у нас «фолз». Правильно? Да. Если же мне дали true, то что будет происходить? Какой другой булевский аргумент? Тогда вернется БУВ тогда у нас вернется лямбда у, лямбда в, тру, б -в, в то есть лямбда у, лямбда в, б в, правильно? Ну, дальше можно, например, сделать это редукцию. Или можно, если вам лень, вы можете перебрать два случая для b, А можно просто сделать бета-редукцию. И заметить, что это получается П. Э, Согласны? Да. Так, ну, формально, если есть отрицание и конъюнкция, есть и все булевые функции. Ну, мы можем OR написать, а проверка, что он подходит, это упражнение. По тому же принципу а x y это булы. У и В – это наши альфы, и он выглядит так. Х, У, 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 Ну, понятно, что идеология та же. Если Х – это true, то возвращается У, и получается лямбда У, В, У, то есть true. Если x это false, возвращается второй аргумент, к которому применили у, и В. Типы здесь правильные. Почему? Потому что вот это вот типа бул, и он съедает две альфы. Понятно это? Да. Вот логика. Ну и арифметика. Арифметика, значит, нам надо придумать тип над. Мы хотим использовать нумералы Черча. А помните, как они устроены? Н Кратное применение эвки. Да. То есть, например, что такое 2 подчеркнутое? Это итератор. Свой первый аргумент два раза применить ко второму. Значит, над как должен выглядеть? Его первый аргумент ⁇ это функция из альфа в альфа. Второй аргумент ⁇ это значение из альфа. И выдает он... Что же он выдает? Если это итератор. Из альфа в альфа. Ну он альфа выдает. Ну, смотрите, у итератора два аргумента. То есть, соответственно, как я определю нумералы черча? Нумералы будут такие. Лямбда F. F будет типа альфа-альфа. X. X будет типа альфа. А дальше будет F от F и так далее. От F от X. Ну, индукции по N доказывается, что тип у них у всех правильный. Ну, например, здесь. У нас у а, вот это выражение какой будет тип? fx. Если альфа. альфа, а у f от fx? Тоже альфа. Тоже альфа. То есть все время он будет альфа. Понятно? Окей, okay, да. Yeah. Еще раз. Натуральное число – это итератор. А, а что делает итератор? Он берет свой первый аргумент функцию и применяет ее сколько-то раз, фиксированную, каждое натуральное число, это отдельный итератор, к аргументу. Вот какой тип можно приписать натуральным числам для того, чтобы воспользоваться нумералами черча, и чтобы они были well-typed, для того, чтобы вот это вот все было натом. Как у нас, что у нас происходит с функциями? Ну, функция прибавления единицы, она как была, так и остается. Давайте убедимся, что у нее правильный тип. То, что редукции правильные, проверять не надо, потому что редукции такие же, как раньше, если само выражение не меняется. Остается только проверить, что она правильно типизуется. Ну, давайте в этом убедимся. N – это над, значит, F – это 0,0. Тогда вот это вот выражение, какой имеет тип? Над применить к альфа-стрелке… Ну, не 0, а альфа. Значит, над применить к альфа-стрелке альфа. -стрелка альфа. Какой это будет тип? М? Альфа, 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 стрелка, альфа. Альфа, стрелка, альфа, применить к альфе. Какой будет тип? Альфа, альфа, стрелка, альфа, то есть наш шеф, применить кальфе. Какой будет тип? Тоже альфа? Правильно, значит вот то, что там стоит после точки, будет иметь тип альфа в контексте, где у нас n это натуральное число и f типа альфа стрелка альфа, x типа альфа, все это будет иметь тип альфа. То есть все вместе получается над стрелка над. Понятно? Тот комбинатор сложений, который мы строили без всяких рекурсий, а просто напрямую помня итеративную природу нумералов черче, он тоже сохраняет свое значение. Пусть КМ это у нас натуральные числа F типа альфа-стрелка альфа, X типа альфа. И значит, мы берем и k раз навешиваем f на выражение mfx. Надо лишь убедиться, что правильные типы. То, что оно работает, мы проверяли раньше. Надо применить к fx. Какой имеет тип? Ну, мы уже видели, что это все вместе имеет тип альфа, правильно? Да. Yeah. Теперь смотрите, К это над. Над применить к альфа стрелка альфа. Какой имеет тип? Альфа стрелка альфа. Да, потому что что такое над? Над это альфа стрелка альфа, альфа стрелка альфа. По функции выдает функцию. Итератор. Вот ему дали функцию f, а он выдал ее же итерированную n раз значит это получается альфа стрелка альфа применить кальфе получилось альфа значит тип у него какой над стрелка над стрелка альфа стрелка альфа в скобках вот это f потом опять альфа потом опять альфа то есть над стрелка над стрелка над Согласны? да а, умножение тоже работает тот комбинатор, который у нас был. Лямбда К над М над F, ну он чуть-чуть-чуть меняется. Fx M KFX. Он меняется, но просто на эту редукцию. То есть там у нас то, что у нас было, это было то же самое. Только без этого x. Просто эта фигня, она, ну, по-моему, она не типизуема. Сейчас проверим. А тут с x все будет хорошо. Но вот, если с x, то kf имеет какой тип? Над применить к альфа-стрелка альфа. Будет альфа-стрелка альфа, правильно? Да. М применить к альфа-стрелка альфа. Альфа-стрелка альфа, альфа. Х имеет тип альфа, значит все вместе. Имеет тип альфа. А... Ну, если мы сделаем редукцию здесь, она возможна, то получится вот это. Значит, по теореме о subject reduction это тоже должно иметь тип. То есть, возможно, я вас сейчас пытался обмануть. Давайте посмотрим. Вот, вот просто так вот будет работать. Без икса. МКФ. Так, смотрим. Ну вот это вот имеет тип альфа стрелка альфа, правильно? Да. Вот это имеет тип над. Значит, все вместе имеет тип альфа стрелка альфа. Правда? Да. Тогда все вместе имеет какой тип над? Над, над, над. Стрелка над. Стрелка альфа стрелка альфа, вот это тип F, и в результате получается альфа стрелка альфа, правильно? Но в итоге тот же самый и получается. Ура! Не подвела нас теорема Subject Reduction. Не опроверглась. Ну, потому что это редукция, я от этого перехожу к этому. Ну, то есть я могу вот это вот не брать, а это вот взять МЛТ. Понятно? Да, да. Итак, старые комбинаторы работают для сложения, умножения и, 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 и возведения в степень. Правильно? Неправильно. Вот неправильно. Для возведения в степень ничего не получится. Если я тут напишу НАТО и тут над, то к НАТО применить НАТО мне никак не удастся. Это не правильно? Конечно, хочется что-то такое вот взять. Взять, например, здесь какой-нибудь F, да, и попытаться что-нибудь такое сделать. Но это, увы, не возведение в степени, всего лишь умножение. Понятно это? Да, и получается, что вообще ни, ни, никакими там... Можно доказать, что э, возведение степень в, в нумералах Чорча не имеет э, правильно типизуемого комбинатора для себя. Оно здесь невыразимо. Возведение в степень здесь невыразимо. Вот сложение умножения есть, а возведение в степень нет. Но не все так грустно. Есть проверка на ноль. А из zero он у нас будет ну, почти таким же, как он у нас был. Чуть-чуть он изменится. Будет лямбда n x, ну, uv, лямбда n uv, n, лямбда, а, например, в, у. Где у меня n, естественно, над, у и в – это альфа. И а тоже альфа. Ну, давайте убедимся, что эта фигня правильно типизуема. Значит, если в у нас альфа, и а альфа, то гадость вот это имеет какой тип? Вот гадость. Альфа в альфа. Альф стрелка альфа, правильно. У имеет тип альфа, значит вся мерзость здесь имеет какой тип? Ну, к альфа. нату альфа. Правильно, то есть все вместе имеет тип нат. Стрелка альфа, стрелка альфа, и в результате альфа. Ба, да это же бул. Итак, из Zero имеет тип надбул. Правильно Да. тип правильный. Остается только понять, работает это или нет. Ну, работает. Если мы сюда ноль запузырим, то что получится? лямбда у, лямбда в, тут будет 0. А что такое 0? 0 это фиговина, которая возвращает свой второй аргумент. А, извините, пожалуйста, вот непонятно в предыдущем примере, почему у нас одна альфа пропала. Где? Ну, вот там, где из 0. Вот, а она... Где она пропала? У нас из над следует выражение терма альфа в альфа. Потом... У подается на вход. И у всего этого альфа. Ну да, у всего этого альфа. Но что такое над? Смотрите, над – это же альфа, стрелка альфа, в скобках. Стрелка альфа, альфа. То есть, если я нату скормлю на вход альфу, стрелку альфу и альфу, то останется... А, все, да, я понял, спасибо. Вот. Значит, ну смотрим, вот подали сюда нолик, вот эту гадость переписываем у. Что происходит? Вот это у нас идет вместо f, правильно? Подставляется. А вот это подставляется вместо x. Что же остается? Давайте вычислим. Че, не можем вычислить такое. Чему редуцируется точно чтобы... Будет просто у. Будет Правильно. У. А все вместе будет что? Ну, это же истина, раз первый аргумент. Да, это истина. Отлично. Ну, и если нам подали число n плюс 1, то это будет лямбда у. Здесь будет n плюс 1. Что n плюс 1? а n плюс 1 это у нас f ну сейчас я это напишу лямбда f x здесь у нас будет n fx вот это n плюс 1 раз Так, делаем редукцию. То, что снаружи остается как было, вместо f подставляется вот это бяка, правильно? Ой, я наврал, наврал, наврал. Где наврал? Я f одно пропустил, правильно? Это же f, f n плюс 1. Это n-кратная итерация f над x. Еще f снаружи. Значит, сюда подставляется вместо f эта штука. И у нас получается вот что. Лямбда а в n. Лямбда а в. Ну и в качестве x подставляется у. Согласны? Да. Но эта гадость. Ест первый аргумент. Первый аргумент, он действительно как мы уже убеждались, он имеет тип альфа. Поэтому все хорошо. Мы его едим и не давимся. И у нас получается вот такая вещь, просто В. То есть ложь. Вот проверка на ноль. Согласны? М? Да, да определение расширенный многочлен. Это композиция сложения умножения проверки на ноль. Ну и логических функций, ну, и у нас есть теорема, которая нам говорит следующее, если функция из над э, в над или ну там из скольких-то из скольких-то аргументов э, из натовских или буловских есть ли функции из скольких-то натов из каких-то булов, Здесь имеется в виду просто теоретика множественном смысле. Если функции из скольких-то натов и булов, возвращающие нат или бул, выразимо в нашем лямбда-числении, если у нее есть комбинатор, имеющий тип вот в этой системе, то f это расширенный многочлен. Ну и обратно. Это так называемая теорема Швихтенберга. А понятная идея? Ну, то есть, собственно говоря, ничего больше выразить тут и нельзя. Но важное замечание. Предполагается кодирование натуральных чисел по черчу. Вот так, как мы это делали, нумералы черча. Если от этого отойти, я видел вроде статью, где возведение в степень конкретно. Они там как-то ухитрились выразить. Но вообще надо понимать, что рекурсии здесь не проходят... Вот с такими вот штуками. Помните, у нас был комбинат. Неподвижной точки. Из него росла бесконечная цепочка редукции, поэтому он не может иметь типа в этой системе. Потому что у нас любая цепочка редукции конечна. начинающаяся с правильно построенного терма. Понятно вообще, о чем я вещаю? Вот просто, может быть, только у меня, но связь в какой-то момент пропадала. Правильно я понимаю, что месседж был в том, что рекурсия здесь никак не выражается? Да, рекурсия здесь в общем случае не выражается. Но потому что вы помните, что в чем была суть рекурсии? Что когда мы скармливали какой-то F, ну, вот этой вот штуке, она у нас редуцировалась к чему? К F от, вот если это, так сказать, дубль В, у нас получалось F от дубль В, получалось F от F от W, W и так далее. Получалась бесконечная цепочка редукции. А у нас была теорема сильной нормализуемости, что любая цепочка редукции конечна. Помним об этом? Да, да, да. Вот. Хорошо. Итак, здесь выражаются только так называемые расширенные многочлены. То есть, в общем-то, больше того, что мы сделали, сделать нельзя. Понятная идея? Да. Ну и последнее, о чем я все-таки хотел бы хоть немного сказать, это изоморфизм Карри Ховарда. Давайте немножко вернемся к выводу типов. Вот обратите внимание, так что такое: мы с вами заметили, что все типы, которые мы получили, если их прочитать как импликация, то получаются тождественно истинные высказывания. Правильно? Угу. Но на самом деле не все. Вот, например, такое высказывание, которое является тождественной истинным в классической логике. То есть, если вы подставите туда 0 и единицу в качестве значения, вот такое вот высказывание, так называемый закон пирса, оно является тавтологией классической логики, но термы такого типа не существует, тем не менее. Вот мы можем, так сказать, к этому вопросу обратиться. Хотя, ладно, ладно, давайте я про изоморфизм все-таки Карри Ховарда расскажу в следующий раз, потому что расскажу-то я немного, а тема эта, с другой стороны, идейно очень важная, и, может быть, нам будет ее хорошо сразу, немедленно увидите в коке. Так, что надо к следующему разу твердо знать? знать определение вот этой вот системы типов со стрелочкой, знать правила вывода, ну что такое контекст там и все остальное. И в следующий раз мы дадим логическую интерпретацию этих типов. То есть мы будем понимать не то, что терм – это функция откуда-то куда-то из множества в множество, а мы вот это, вот смотрите, вот до сих пор у нас вот есть абстрактное выражение. М типа А. Да? У нас была его теоретика множественной интерпретации. Теоретика множественной интерпретации, она состояла в том, что М это элемент множества но у нас еще будет логическая интерпретация, которая, собственно, нам гораздо интереснее. Логическая интерпретация состоит в том, что М это доказательство формулы А, то есть вот этот вот терм он некоторым образом кодирует применение правил, кодирует вывод формулы, которые здесь написаны. Ну, действительно. Вот давайте, например, сюда посмотрим. Ну, вот, вот эта же формула – тождественная истина, правильно? Да, да. А как ее доказать? Чтобы ее доказать, ну, можно рассуждать так. Нам дано А и дано Б. Как получить А? Ну надо вот взять как бы некое свидетельство Х в пользу того, что у нас есть А, и просто им воспользоваться, его процитировать. Если есть доказательства А и доказательства Б, то как получить доказательства вот этой формулы? Надо применить такую программу, такой процесс. По доказательствам А и Б выдать первое. Понятная идея? Да, неплохо. Ну вот это мы уточним. Вот есть логическая интерпретация, и где-то между теоретико-множественной и логической интерпретацией находится про программистская, так сказать, интерпретация. Программистская интерпретация говорит нам что? Что M это э, программа типа А? То есть это ну нельзя сказать, что это вот прямо функция, как множество пар, а это какое-то преобразование. Ну, вот, например, может быть, преобразование из над в над, да. Понятная идея. Угу. Вот пока нам более всего понятно. Теоретика множественной интерпретации Со всеми этими синусами мы именно, так сказать, на нее нажимали. Программистская интерпретация, ну, я думаю, тоже более или менее понятна. А вот логическая интерпретация это то, в чем нам предстоит разобраться в следующий раз. Еще раз напомню: важно к следующему разу твердо держать в голове вот эти правила и соответствующие примеры. Оптимальным будет решить задачи из листка, где требуется вывести тип какого-нибудь терма. Доказать, что он в, в таком-то контексте имеет такой-то тип. То есть для упражнения очень-очень вам рекомендую построить один-два таких вывода, хоть самых простых. Примеры можете взять из листка или придумать сами. Для вдохновения можно брать э, тождественные истинные формулы с импликацией. Но только не все они, которые истины в классической логике, по таблицам истинности, не все они э, будут типами какого-то терма. Тут надо быть аккуратнее. Вот, например, вот с таким дело не пройдет. Вопросы, пожалуйста.